Добрый день, уважаемые дамы и господа, а также товарищи. Вашему вниманию предлагается райский уголок. Бревенчатый двухэтажный, первый этаж бревно, второй каркас, второй этаж без отделки. Жилой дом на участке 15 соток с выходом к ручью, к роднику в райском уголке деревня Федяева. Александровский район, Владимирская область, 110-115 километров от МКАД по Ярославскому или Щелковскому направлению. В прекраснейшем состоянии на земельном участке 15 соток с электричеством. Ну, дорога вот такая вот. Но в ближайшее время я сроки называть не буду по дороге. То есть как бы это бессмысленно. Но есть решение, что будет тут дорога. Ну, практически, наверное, что-то вроде асфальта или как минимум щебеночка утрамбованная с дренажом. Место прекраснейший, райский уголок, недалеко от цивилизации, село Андреевское, город Александров, деревня Легкова, тут тоже недалеко. То есть от трассы, которая идет у нас от Александрова, значит, на Кольчугино, Владимир, перед деревней Аксеновка с асфальта поворот. И тут вот, наверное, километра два вот такой дороги. Нормальная дорога, нормальная. Дом в прекрасном состоянии. Не новый, но и не разваливается, не сыпется. Что называется, въезжай, живи, пользуйся. Электричество проведено, отопление печное. Второй этаж, повторюсь, без отделки. На участке у нас находится туалет. Оформлен жилым домом, назначение жилое. Соответственно, прописка и приобретение с помощью средств материнского капитала. Значит, нюансы сделки сразу говорю. Дом был куплен тоже за счет средств материнского капитала. То есть тут у нас собственники дети. Поэтому нужно делать постановление органов опеки для продажи этого дома. Соответственно, приобретает другую недвижимость. Но уже у нас есть кое-какие наметки, если так можно выразиться, по данному вопросу. Стоимость будет указана в тексте объявления под данным видео на нашем сайте anzl.ru, агентство недвижимости «Золотое кольцо благополучия», Рутуб, Ютуб, Телеграм, Яндекс.Дзен, каналах. Земельный участок отмежован, дом находится на высокой части земельного участка, дальше он чуть-чуть под склон и выход к ручью. Место райское, уважаемые дамы и господа. Фундамент ленточный. Вид на участок с крылечка дома. Обратите внимание, какой фундамент еще раз. Шикарнейший, высокий. На участке имеются плодов ягоды насаждения в виде малины. Значит, сейчас не буду говорить, потому что, ну, отсюда не очень мне видно. Малина, вот это вот яблонька. По-моему, черноплодка тут еще. Вид на дом со стороны участка. Соседи имеются. Туалет имеется. Ну, более чем достойная цена с учетом того, что можно купить с помощью средств материнского капитала. Сейчас ничего подобного не построить. Поверьте, поверьте, в эту сумму. А дом качественный. В деревне Федяева круглогодично проживает тут то ли один, то ли два дома. Сейчас, может быть, побольше. Вот, значит, и газификация, думаю, не за горами. Ну и, собственно, давайте пройдемся по дому. Вашему вниманию, террасочка пристроена. Это у нас уже, она, значит, каркасная, как мы можем наблюдать. Терраска. А сам дом основной, бревенчатый. Дверь вечная практически. Ваше внимание, все качественно. Да, он не новый, где-то что-то подделать нужно. Но в эти деньги ничего подобного, извините, ничего. Так хочется сказать, ничего подобного не построить. Вот, полы, рамы двойные, печь отапливающая,
Ну, практически два этажа. Второй этаж у нас без отделки. Вашему вниманию. Еще одна комната. И кухня, пожалуйста. Печь рабочая. Еще раз, двойные рамы. По-моему, прекрасный вариант для загородного отдыха, развития, получения, так сказать, удовольствия от общения с природой, от работы на земле и так далее. Напомню, возможно, приобретение с помощью средств материнского капитала, ипотечного кредита. Пожалуйста, оказываем данные услуги. 15 соток. Ну, дом тут, наверное, если второй этаж считать, то квадратов, наверное, 60, я думаю. Даже 65. Второй этаж без отделки, вы это прекрасно видите, но состояние лак, состояние крыши, я бы сказал, отличное. Ваше внимание, смородина на участке есть. Прекрасный участок, в собственности отмежован. Отличного качества дом и достаточно недорого. А вот сейчас давайте к ручью. Спустимся, там родник, так что, в принципе, можно с родника воду брать на первое время, да на любое время. Красота, все оборудовано, чин-чинарем, как положено. Ну и вот он наш с вами продаваемый жилой дом на участке 15 соток в деревне Федяева, райский уголок, Александровский район, Владимирская область. Так что, ребята, приезжайте, рекомендую. Оказываем услуги в сфере электрификации, газификации объектов недвижимости и полный спектр услуг в сфере недвижимости. Электрохозяйство новое в деревне, как вы можете наблюдать. В дом электричество заведено, повторюсь. Ну и небольшая, уютная, немногочисленная деревушка. В перспективе газ. Сейчас пообщался с соседкой, говорит, 25-й год будет газ. Ну, у нас, я еще раз повторюсь, газификация идет полным ходом, полным. Приезжайте, смотрите, приобретайте. Райский уголок, деревня Федяева. Исторический факт. Деревня Федяева основана в 15 веке.